Здравствуйте, уважаемые господа подписчики. Давно обещал показать оптимальную катушку по оптимальному сочетанию цена-качество, которое понравится всем. Ну, 95%, 99%, ну, как бы я бы посмотрел, чем она может не понравиться, да? Это моделька Imperium 8 от компании Feeder Concept. Я их прокатал в хвост и в гриву, вот совсем недавно. Значит, катушки в серии 3 штуки, 4, 5 и 6 размер. Очень важно, что к ним идет дополнительная алюминиевая шпуля к каждой. Плавная регулировка фрикциона за счет карбоновых накладок, шайб карбоновых. По передатке 4,7, 4,7 это 5,6 и 4000 5,1 к 1. По 7 плюс 1 подшипник везде. Вкручивающаяся ручка, надежнейший механизм. Я таскал специально вот на 4000-й. Она такая миниатюрно очень выглядит, но я таскал на нее кормушки 120 грамм на оке. И в принципе весь день. Думал, что хоть чего-то с ней будет, и хоть вот почувствую я сам, что ей там тягостно это дело, да, но нет. Все в этом отношении хорошо, но это не значит, что на нее нужно таскать какие кормушки, но это значит то, что действительно механизм надежный, шестерни надежные, и действительно, наконец-то там была у них катушечка, которая вызывала вопросы 2 года назад, но вот сейчас вот эта модель у меня никаких вопросов не вызывает, так что Imperium 8 на данный момент стоит она в районе 5000 рублей. Имейте в виду, что у людей, кто у нас заказывает и кто подписчики на социальные сети, в страничке магазина в социальных сетях, вы имеете скидку, имеете возможность бесплатных запчастных частей на удилище, купленные у нас, различных фирм, да, в период проведения акции. Так что подписывайтесь обязательно, получайте и скидку, лучшую цену, лучшие условия на запчасти. И так далее. Ну, давайте распакуем там любую из них. Ну, вот пятитысячник у меня в руках. Вот такая алюминиевая шпуля. Хорошая, мощная. То есть, чувствуется, что и такая, ну, приятно в руках держать. Я разрывать не буду, потому что все аккуратно, это все пойдет в продажу людям, чтобы они, им было, не было неприятно, что какой-то пакет разорван и так далее. Поэтому я показываю, вот прям при вас впервые эту модельку достаю, вот из этой коробочки, да, вот лейбл такой. Ну, соответственно, вкручиваем ручку. Очень приятный хват. Ну вот, смотрите, приятный ход. Ну вот по фрикциону тоже плавная регулировка абсолютно. Ну, видно вот она по весу, по всему видно, что катушка надежна. То есть, ты ее крутишь и понимаешь, что это вещь. И сразу же, это 5000 рублей. На данный момент это ни о чем. Это 5000 рублей. Это не Китай, вот непонятно какой, да, который у вас там накроется. И 90% уже, по-моему, не идут с запасными шпулями. А здесь у нас вот две алюминиевые шпули. Все отлично. Заказывайте, они есть в наличии, разбирают их быстро, но есть. Так что мой магазин Multifish, заходите на сайт, оформляйте желательно полноценный заказ, не в один клик, а с указанием почты, телефона. Это вам даст возможность получать скидки, накапливать эти скидки. Да? Скидочная программа у нас обширная. Туда входят и бесплатные запасные части к удилищам, к фидерам, к махам, к матчам, к спиннингам. Да? Уже проводили такие акции Daiwa, Black Hole, Lucky John, скоро впереди еще такие же акции, так что, пожалуйста, подписывайтесь обязательно на социальные сети, только подписчики на все социальные сети, на ВКонтакте, YouTube канал и так далее, будут иметь возможность получить запасную часть, естественно, купившую у нас. Так что всего доброго, до новых встреч, больших рыб!